Это хорошо в интернете оперировать фразами «мне кажется», «я так чувствую», и «я вот в этом вот месте живу», и мне одному стало неудобно ездить, потому что я не подумал, как ездить. Это хорошо в интернете, да, а для городского устройства это невозможно. То есть нельзя оперировать таким термином. Нам нужно получить объективные данные. У нас есть весь инструментарий для того, чтобы их получать. На самом деле. И говорю еще раз, когда я слышу в одной ветке в интернете проклятие, какие только угодно, да, то в другой ветке все пишут, как так, а где люди-то, куда они делись, почему я еду вдруг так быстро, и что случилось. Это примерно равные доли. Просто те, кто все довольны, они, конечно же, не так громко кричат на каждом углу, поэтому их не так хорошо слышно. То, что сегодня происходит, да, все взрослые вменяемые люди, все реально понимают, что из-за определенной непродуманности кого-то там, где-то там, мы оказались в этой ситуации на самом деле. Только не надо говорить о том, что эта схема абсолютно нерабочая, что она ужасна, что она не... Это так на самом деле никто не считает. О какой непродуманности мы вообще можем говорить? Понимаете, я не знаю, о какой. Вы сделаете так, чтобы людям не стало хуже в городе жить.